мы сейчас разберем с вами по просьбам многих наших заказчиков, как производится перекрестное утепление двумя листами пятерочки. В данном случае мы можем наблюдать брусок 50/40, выстроенный вертикально и горизонтально. Это две обрешетки, в которые будет закладываться два слоя утеплителя. Получается, вот у нас одна вертикально и перекрест горизонтально. Вот мы здесь мы можем посмотреть, эта обрешеточка уходит туда, вот заложен утеплитель наш, шаг 59, лист ровно входит, вот эта пятерочка. За этим бруском, вот здесь вот находится уже у нас, это другая вертикальная обрешеточка, в которой заложен тот же лист пятерка. Мостика холда таким образом перекрываются. Многие по старинке до сих пор все еще делают просто либо горизонтальное утепление, выстраивают сюда 100 миллиметров такой, либо доска, либо два бруска выстраивают и утепляют просто соткой. В чем минусы того утепления, если делать просто 100 миллиметров в один ряд? Вот смотрите, мы закладываем утеплитель 100 миллиметров, один слой получается, вот сюда вот у нас влезет 100 миллиметров. У нас получается мостики холода здесь и по каждой направляющей. В чем же плюс перекрестного утепления? В том, что мостики холода стоят только вот эти вот углы. Если же вы решили утеплить ваш фасад, то настоятельно вам рекомендую делать перекрестное утепление. Это поможет вам избежать лишних мостиков холода и сбережет тепло в вашем доме на долгие-долгие годы.